Часы инструктаж. 20. О, надо записать. 10 отжиманий стоит. И становая 140. Все умрут на этом комплексе. Все пропало. Че, все радуются? Синхронно можем. Так хорошо стойки отжимаешь? Отжимаю. Эротично возбуждаюсь. Отлично. Я буду становой делать эротично. Но только... Ну ладно. Это быстро. Всех не возбуждай. А ты, Наташа, комплекс? Отличный комплекс с ходьбой на руках, с отжиманиями стойки. Все сдавали опыны, там отжимали становую, натренировались, сделали. Сейчас повторим. Да, Серег? Да. Нормал вообще. Сделали в рабочем режиме. Все молодцы. О, Женя отделалась. Вот Женя самый лучший атлет, потому что она всегда слушается меня. Самый вот непроблемный. Это правда. Вот. Сказал одеться, оделась. Замнище тоже, предплечье, по тени. раскатайся, то есть не отставай, просто так не слоняй сейчас. Ничего, сейчас на червяке догоним, нормально. Все как планировали, все так и сделали. Вот. Поэтому насколько вот возможно, насколько сил и практики хватает, ребята все отбомбили. Молодцы, выложились все. Там Инокс в своих дизайнерских футболках пришел, такая полоса зеленая классная. Сейчас будем с ними бороться, сделаем шкляевских ребят, будем стараться. Максим, там твоя майка лежит, зеленая, там с таким же логотипом. Подождите, зал не успел открыться, а уже выступают в футболках под этим залом. Стыдно должно быть. А что стыдиться-то? Хочется, видишь, на регионе ты не залезешь на пьедестал, а тут-то можно, эй, кучу фоток наделать, которые в течение года можно выкидывать. И я атлет-чемпион там многократный. Но у тебя-то контракт обязывает теперь. Да какой контракт? Фоточки, видосики пилить, которые нас чмырил в свое время, чмырил за это, нет, а сам теперь кроссфит-блогер. Нет. Давайте, ребята, вот главное от Инокса не отстаем, все хорошо, вот, они слабые, я недооцениваю. Ты ходишь, как все это прокомментировал, да? Блядь, ты посмотри, в команде 2 региональных атлета, 2. Команда изначально обладатель двукратные чемпионы данных соревнований. Сегодня будет третий раз, когда они всех сдуют с двумя региональными атлетами. Да. Пусть Бурцев этот пыль глотает. Там, где вдалеке. Смотрите на Таню. Давай, Танюха, посмотри, какая она красотка. Еще чуть-чуть, но ты можешь развернуться, да. Нет, это мы все знаем. Посмотри, как похудела. Говорит, опана. Можно запустить онлайн-тренинг. Какая трансформация просто. Саня, да, нормально. Да, не, отвернись. Да, нормально, Сань. Все. Все накачались. Пора же выходить, ну чё? И сразу. Оп, да. И сбросили дышку. Хорошо. Червяк он такой, слаженность командной работы проверяет. Ребята устанавливают его. Посмотрим сейчас, как Инокс, хорошо ли они в команде отрабатывали. Или червяк тоже их покусает немножко. Ну, посмотрим.